Привет, ребята, меня зовут Валера Кондрат. Я представляю сегодня команду «Ничего личного». Мой мир, это не просто музыка. Мой мир в этих нотах, как на ладони. Это гипноз и разорвать узы, как я ей давно уже неизлечимо боли. Сегодня, 27 февраля, клуб «Визард». В первую очередь происходит презентация нашего диска на вырост. Народу потянулось огромное количество, чему я лично очень рад. Все началось еще с той кассеты ДДК. Я понял, музыка мне в кайф, и я вникал в эту культуру и вскоре с головой залез. Принимают участие ребята из команды «Вульгарный тон», которых мы пригласили сегодня специальными гостями. Ребят, попробуем немножко раскричаться, да? Когда мы на сцене все делают так, скажите «What the fuck?» Когда мы на сцене все делают так, скажи «What the fuck?» What the fuck? Значит, образовались мы лет 6-7 назад, не знаю точно когда, но я рад побывать в вашем городе, блин, круто. Ты готов, летят издалека слова, перед выходом туда тебя уже не сломать. Никаких сомнений, никаких вопросов, путь прост, бей в кость, до победы, остальное глупость. Атмосфера очень крутая, честно, я не ожидал, как бы, подобной реакции. У меня, ну, как бы, бывает по-разному проходят концерты. Здесь много тех людей, которые не просто пришли так куда-то, они пришли именно послушать нашу музыку. Мне это очень приятно, потому что я с другого конца земли прилетел, и мне приятно, что такая атмосфера может быть в другом городе, абсолютно, ну, мне незнакомым. Я первый раз здесь. И очень рад, что меня сюда пригласили. Вот. Да ладно, не бойся, когда такая база, то это файл не лекарств. Есть пятка и градусы, главный на праздники ты, Франко, сука, его. Мы были в Белгороде недавно, мы были в Москве, и основной источник вдохновения вот на ближайший месяц, наверное, это то, как нас встречали, то, что наша музыка, ну, доходит до слушателя, и слушатель есть, и это уже вдохновляет тебя на то, чтобы в следующий раз показать слушателю, что ты, ну, можешь еще лучше, и вот это захватывает очень сильно, когда тебя люди поддерживают, хочется доказать им, что ты не просто так выходишь на сцену, ну, как бы, и это подстегивает дальше делать больше. Еще момент, то, что на рэп-концертах редко бывает рок-н-ролловая атмосфера, когда люди уплывают в толпу, вот видите, у нас уже да. Опытный человек в этом деле стал за эту поездку, то есть, ну, все круто, когда так встречают, хочется делать что-то это дальше. Это дает стимул, в общем, для роста и дает стимулы, чтобы развиваться. Друга Саню понимаю, звать нет смысла, представляю, что он рядом, в голове мелькают числа. Стараюсь дышать, больно и сил нет, внутренний голос орет, Бог, помоги мне! Изначально творчество, знаешь, это что-то вроде того, что у каждого человека есть что-то внутри, ну какой-то массив энергии или еще чего-то. И он тратит ее по-разному. Кто-то, например, занимается спортом, кто-то занимается там граффити, кто-то еще чем-то. Вот я попробовал заниматься тем и нашел себя в этом. То есть я начал писать стихи там в школе, и это переросло во что-то большее. И, ну, в итоге там моя учительница по литературе начала там восхищаться. Там, ну не то, что восхищаться, как бы, она мне говорит фразу, я ей рифмой, тудух. Она такая, опа, весь класс в шоке. И от этого пошло, и постепенно развилось, может быть, в то, что сейчас получается. Рука свой стих, все пишет и пишет. Слышь, братиш, по-моему, я понял фишку. Мои мечты напишут моего мозга. Ведут для компании, да, пока не поздно. Всем привет, меня зовут Мутный МС, также Сергей Курцаков. Я состою в группе «Ничего личного». Первый диск которого сегодня был презентован. Мы как группа обосновались где-то в конце 2007 года. И с тех пор делаем рэпчик. Ощущения есть аппетит, какие бы перед ляги не влез ты, помни, мы всегда мы вместе. Также проходит батл молодых команд, призы символические для рэпа, в принципе, там 2000, фотосессия, часы на студии записи. Одежду нам оказывает студия Golden Mike Records и лично Саша Крэк. Да, сегодня дополнительный приз от Саши Крэка – это 2 часа записи команде, которая выиграла. И видеожурнал ExtraVizor, сайт ExtraVizor.com. Видеоотчет вы можете посмотреть на сайте ExtraVizor.com. Эта волна нахлынула лет 5 назад. Капюшоны, кеды и кепку на глаза. Носили пиджаки, как из клипа Каст. И в то время на Ростов равнялся каждый. Писали о свободе, а, о чем еще писать? Многоточие дало в хип-хопе первые понятия. Отряды грани. Техникою поражали. Хотели так же, резали строки, как ножами. Становились старше, под игры патриотов. Мы все, чего так не хватало, нам преподнесли.
мысли юги, звуки битов, в резонанс биением сердца. Эта волна постепенно охватила весь мир. Мы были сильными, ведь в груди пылала вера. Бибой, граффити на стенах, не знали меры. С утра до вечера жили лишь мечтою в то, что от треков, что мы пишем, вскоре будет прок.